Руслан такой, а что аж кровать горит под ним. Блин, такое пламя не помещается в кадр. Подожди. Хватит быстрее, на старт. Подожди, говорю. Матюль, покажи какой. Не, с другой стороны этикетка. Просто не наши люди подурили. 10W40, а это говно, лей. 10W40 это не то. Но все равно матюлем разжигаем костер. Давай, Маша. Ля, блогеров, ля, налетели. Давай, Егорь. Потухло, говно ваш матюль. Говно, матюль не горит. Матюль не горит, да? Сейчас стой, стой. Да, вот это номер. Макс раскурил, что такой вонючий, как будто дизель сгорел. Бородач, а что, ты бухал вчера и не мог с утра ехать, да, или что? Паша. Костер будет болеть, или? Паша, ты бухал вчера и не мог с утра ехать, да, или что? Я только заехал 50 метров. Ёлки? Начались уже? Кончается матюль, а костер не начинается. Слышь, ты уже вылил, реально можно капиталку в запаре было сделать за эти бабки. О, отработка горит лучше. Надо. Слепого. Путем. Вот так стой, вот так пусть капает, это самое, где-то 10 киловатт в час выделяется. С литра. Слепого надо с отработкой вызывать. Матюль. Матюль. Та где 800, какие 400? Та выльет сейчас, подожди, это ж только начало. Сейчас потухнет, он выльет еще. Потом пойдет гора добывать. У нас есть этот, что мы с костром выучили? Уголь есть, да? Да, будем. А что это? Да, Лев, ты себе как-то странно представляешь от работы. Неожиданный поворот, конечно. Самый дорогой костер в мире, короче, я понял. Фильм называется. Подходите. Все, пока. Вы пока разжигаете. Я за борщом. А борщ неделю делал. Аня, уже... Аня сказала 4 дня. Аня, вот, Аня. Больше у вас, нет, короче, Троцкий еще тот. Вы что, сметану не едите, что ли? Нет. Давай. А где пельмени? А мне не дали. А твой был один такой. Ты уже поел, Рус. Когда? Это дома, не считается дома. Ну еще будет борщ. Подожди, Рус, удали его. Ты что, сегодня дома ел? Никто не уважает. Руслан, ты сегодня дома ел? Да, да, два раза. Все, ты еще хочешь? Да. Все, тарелка поломается. Ребята, подходите. Кто еще не брал? Подходите. Я брал, я так. Костер распалили. Что те бабы? Не знаю, сказал Руслан и вылезал с дна полулитрового стакана йогурт. Это любимый рассказ Бородача сразу после 218-й точки. Она тут недалеко, кстати. Он так снимает на камеру, вот как я сейчас стою, потом вот так вот подходит, языком ее облизывает экран, вытирает рукой и дальше снимает. Я говорю, на и мою так вытри. После этого он так не делает. Понял? Любимые его эротические фантазии. Это не мои любимые эротические фантазии. За что тебя бабы любят? Я облизнул с дна трехлитровой банки мед, да, или что? Так, дельфин наряжает елку. Ну, это вместо елки, да, у нас типа? А у вас в Польше же елок нет, да? А, в Днепропетровске, извиняюсь. Только шишки. Извиняюсь. Я прямо трансляция опять? Да, да, опять прямая. Прямая и кривая. Егор, как что на заде машина? Впереди тоже машина. Впереди люди. До машины. Это приволочат домой. Это пацаны сегодня на Тойоте так. Сегодня забывали отцепиться от лебедки. И ехали? Сань, все урвали? Колесо заднее? И что еще? Что? Вот на Тойоте сегодня. Задние колеса оборвали, да? Да, да. Запаску. И что еще? Трос от лебедки зацепили за запаску. За запаску, а потом потянул и вытянул ее. И вырвали можно прям? Было всю машину, да, да, ну такая и запаска оторвал, да. Да ладно.
Мало так вот. Да. Запорожец есть. Там Руслан, наверное, продал цепи, как всегда, с этих самых, со скрепок, вот, знаешь, что канцелярцы. Знаешь, да? Да нет, там по бревнам оно. О, и все, сейчас он там будет уже. И как раз и тут можно... Подгорит. Конечно, будет, зачем я делаю? Не промокли? Нет, натуралист. Алёня тоже не пьющий? Нет, подожди, надо ноги куда-то положить, сушить. Прежде чем что-то сказать, надо вот это сделать. Бородач приехал на ужин. Что, я приезжал? Можно ничего не говорить. Паша, Паша, нам надо зад пригрузить, сможешь с нами поехать? Пашенька. Да. Не, надо вдвоем, чтобы мы сели. А как так равновесия не будет? Посередине мало. Да где ты больше съел? Лёня, разжигай. Вот такой, да? Вот так и он так и... Да. А что там варится? Буряк только? Буряк, буряк. И всё. Мясо ты туда и надела. На бульоне, да. Бульон, отдельный бурят и отдельный бульон. А потом соединяешь. Надо, Вет, или ну сейчас затухнет. Буряк отдельно? Не, я ложу так, чтобы оно, ну, они прогревались и типа сохнут. Заедаешь мясом и запиваешь бульон. Кому ещё блин пей? Долго будет сохнуть. Мне дай чуть-чуть. А, дай стакан. Это Олег, наверное. А, еще цепь надо снять. Крис, идем, поможешь цепь нам снять. Не, она там спала, надо расстегнуть ее как-то. Угу. Ну, телепает. Нормальная покатуха. Акела промахнулся. Какой-то костер сильно дымный сегодня. Конечно, вот так вот лежи, не шевелись, на тебя весь дым. Ты рот закрой, тогда не будет тянуть в твою сторону. Тяги не будет. Мало, ты не закроешь. Руслан, Павлюк, что ты сделал? Сквозняк открыл. Закрой форточку. Руслан, на чопик вставь. Паштет. Поменяли направление дыма, да? Да. Ты не регулируешь, да? Рот открыл, сквозняк начался. Да. Это как этот, как самолет реактивный, знаешь, с изменяемым этим наклоном турбины. Да. А он ногами, да, регулирует? Да, да. Куда дует? Так смотри, как с его стороны горит вообще. А он еще записывает, по-моему, что-то, этот подлюка. Как всегда. Фиксирует. Руку со штанов достань, а то стримит он там. Еще раз прошли, где ты был? Он, подожди, я вспомню. Я вспомню, да. Ах, муха, Рус! Курва. Курва-матка. Рус-курва. Дельфинового цвета, да? А там этот журнал такой, знаешь, потрепанный. Журнал «Белый дельфин» называется, да? А Валя знает, что это «Белый дельфин»? Нет, конечно. Ну так повернись, покажи, что. Ну, чтобы мы не объясняли на пальцах долго. Знакомьтесь, это мой белый дельфин, поворачивай. Ну ты же нет, он же в воде показывал его. Да не, он под Артмолом не было воды тоже, он показывал. Лёня, просто дельфина иногда на берег тоже выбрасывает. Ничего не показывал. Это он сегодня показывал. Ничего не показывал. А чё видео отключили моё? Да потому что ты рус, вот. Потому что дельфин там на весь экран. Да там пол дельфина только было. Какие? Четверть. Но этого хватило, чтобы остановить YouTube. Главное, чтобы плавник не показал. Не плавник, а этот. Киль. Киль. Киль, да. Может и плавник. Блядь. Вроде взрослые люди, а как дети, блядь? Как дети? Только про дельфина вы разговаривают все время. Я думал, серьезные ребята. Организация. Думал, серьезная организация. И для этого дельфина показал. Он показал жопу для смеха. Показал жопу, чтобы все, говорит, разрядить обстановку. В любой непонятной ситуации. Мелькнула жопа, говорит, и океан затих. И 20 приусов целый день тебя ищут. А Крис не растерял.
спрятался, дельфина показал. Дельфина спряталась в болото. А опознавать тебя по дельфину будут. Так его уже Facebook узнает. Его уже Facebook четко, без ошибок. Я не знаю, зачем Крис показывает задницу в окно, но зачем-то там Баклин, еще кто-то хранят эту фотографию в телефоне. Причем не в окно девятого этажа, а в окно Хаммера. Приехал Валера, я что-то снимаю видос, как мы разговариваем с Валерой. Приезжает Вован еще в гости, достает тут же телефон. Ты еще не успел поздороваться. Я навожу туда это самое. И как бы на 2 секунды попадает в кадр две жопы из Хаммера. Это самое. И мне приходит страйк за видео, типа, что все, блин, капец тебе, чувак. Я говорю, вот это уже Facebook распознает, пацанов. И подписан наш в Фейсбуке, где Крис, где Вадим. В Фейсбуке это самое, типа фотографии, то оно там квадратиками такими. Это тот, это этот. А там уже оно так, Крис, наоборот. А, не, наоборот. А, вот так. Ну, да, вроде так. Ну, короче, я не знаю. То есть, это не то, что они там показывали, типа, а вот мелькнуло просто в телефоне это самое. На мгновение. И YouTube нашел, ну что типа видео там у вас, там сцены какие-то там. Сцены типа насилия в окне зажимают дельфина стеклоподъемником. Сразу пошло, да? Ну да. Прижало стеклоподъемником тогда, Крис? Живодерство? А вот я не знаю. Дельфины. У тебя конкуренты появились. У Руслана тоже в дельфинарии все обклеено дельфинами. Там трактор забил. Это Михалыч завел. А что, он уезжает, да? Поедет сейчас в болото, я так понял. Пошли снимать. У тебя что-то выпало. Да, а что, да, что-то выпало? Тяга пропала. Приходит Катя ко мне, товарищ Паша. Говорит, ой, Виталий, у тебя что там что-то из снаряги есть? Телефон смотрит. Мы, говорит, едем. Говорит, ну, я по приколу взял в аптеке, купил эту анальную смазку и затасовал в этот самый, в спальный мешок. Что тебе приколы? Да, будет разбирать. Ну, что-то получится. Ну, Паша приехал, все нормально. Говорю, Паш, ну как у вас там все пошло? Да все нормально. Ну, я говорю, Паш, у тебя там ничего не выпадало? Он говорит, блин. Ну, история такая. Они вечером раскладывают же там шматье палатки. Он там смотрит, что-то валяется. Ну, видать, у него эта смазка выпала. Вот такой вот берет, что-то посмотрел, а слева от него шеф, его начальник, кстати, Леха. Он, Леха, говорит, на, это твое. Говорит, у меня выпало. При всем коллективе. Ну, там половина поржали. Ну, Паша ж когда узнал, что это я... Ну, его уволили же, да? Не-не. Он позвонил Лехе, говорит, Леха, отдай, говорит, это мое, говорит. Использовали по назначению, к подчиненному. Ты что, у тебя там что-то выпало? Яша, как я катал в Днепре еще с Максом этим, они научили мне, как джиперские сосиски делать. Берешь фольгу, вот, ложишь сосиски, заливаешь этим спиртом. И куришь, да? Таким... с красным этим пробочкой из аптеки. Заливаешь, поджигаешь, этот спирт сжигается, и сосиски готовы. И он называется красная шапочка. Ну и на следующий покатух еду на покатуху в субботу. И говорю, Ань, купи мне красную шапочку. Он в аптеке продается. Аня заезжает, иди на что такое. Захожу в аптеку, прошу, дадите красную шапочку. А они мне дают с маску анальной. Нет, без маски. Они дали детский крем, красная шапочка. Помните, были такие? А, да, есть белая баночка. Просто Крис обычно этот крем просто использует. Чтоб не спалиться. Клеивай наклейку туда, да. Дельфина смазывает? Да, дельфин становится красным, как шапочка. Все, едем домой? Да. Он уже одежка выливает. Трандулин, да? Все, надо ехать. Вообще еще уже 12 минут. Но нам надо прогреть машину. Да, вам-то точно. У вас там печка сразу работает. У нас вебаста. Нет, так дрова заносите сразу. Так, друзья, сейчас в обратный путь. Все в том же направлении. Что, надо же цепь снимать? А? Не получается. Да не, ну ж. Переедь можно на чистое где-то. Вперед туда к костру. Цепь. Одна цепь не снята. Направо.
Хорош! Цепь висит. Блин, как-то тут грязно все равно. Можем матрас постелить? Не, давай его проворачивать, пока не найдем замок или что. Так оно колесо проворачивается, вот эта вся фигня, она на месте, она намоталась, и она стоит, получается. Может колесо быстро скинуть? В одном положении. Может колесо быстро скинуть? Да. Да руками сейчас подымем аккуратно. Чего? Домкрат можем. Куда намотал, да? Уже не будет, я думаю. Да не, вот оно. Оно как-то в одном положении тут все висит. Ничего не меняется. Едешь туда-сюда, проедешь, оно вот, вот это висит. Надо колесо снять. Проще колесо снять. Да, если колесо снять, то сможем, можем расслабить. Слышишь, а мы на копейке, знаешь, как снимаем колесо? Вот так толпой приподнимаем, что-то раз под порог. Бревно какое-то. Ну, запаска есть? Нету запаски. Ну, бревно можем, господи. Подкинуть и скинуть быстро. Так, сейчас снимаем колесо быстро. Колпак красивый, зеленый, снят. Что-то слабо зажато, да? Надо тут сильно зажать. Не возьмет. Вот такие стенки тоненькие. Да? Десятые, да? Да. Экстремные зажимать. Так, блин, что-то совсем оно как-то у тебя откручено. А сколько болтов? 4? Здесь 3. Чего? Один сорван, потому что зажимали. Я понял. Зажимали так, что уже... Блин, мы могли и колесо потерять. Сейчас Крис домкрат дает. Крис! Сожгли диванчик, да? Звери. А зачем же вы сожгли, елки? Сейчас мы твой семенной фон уничтожим. Да нафига? Ох и звери, елки-палки. А такой диванчик был хороший. Нерожденные дети. Мы же могли на следующий оффроуд его взять. Мы его просушим. Мы просушим сейчас, он будет, да. Офигеть. Просто перейдет из-за зеленые, если увидят это видео, они нас из-под земли достанут. То, что сделали с ним его хозяева. Взяли бы и выкинули. А мы его в углекислый газ превратим. Руслан, садись, ты замерз, говорил. Садись сверху. Ложись, Рус. Ложи страсти. Ложи страсти. Посмотрим, какой ты страстный. Сейчас жопа подгорит. Рус, нету домкрата, слышишь? Давай видео тебе, Сима. Давай, ложись еще раз. Так я не сгорю хоть? Не, не сгори. Руслан такой, что аж кровать горит под ним. Вставай, горячо. Рус, где ты домкрат? Они хотели меня сжечь, мне кажется. Рус, слышишь? Ищи. Мы будем крутить пальцами. Давай. Леня, смотри, как тепло, да? А мы мучались столько, об костер разжигали, елки. Давай, Руслан, бегай еще раз. Я машина. Нет, тот не надо, стой! Елки-палки, новый диванчик. Но этот хороший, этот надо было оставить. Не, я не перепрыгну, ты что? Да перепрыгну. Да я сгорю. Да мы тебя подпушим, Бриш. Давай, Катя. Блин, этот хороший, я этот оставляю. Давай по матрасу. Да. Блин, вот это... Какие хорошие матеры. Блин, такое пламя не помещается в кадр. Давай, бородач, ты перелетишь. Давай. Мы тебя потушим, если что, прыгай.
А вдруг я загорюсь? Не, я передумал. Давай ты я подержу камеру, давай. Да давай, ты это перелетишь. Я шерсть, блин. Да что шерсть? Шерсть под шапку спрячешь. Да, хороший костер получился, финиш такой. Можно через то место все время ехать, там еще два кресла есть. А, заберем, да? Ну заберем оттуда. Мне кажется, космонавты уже пожарных вызвали из-за этого пламени. Думают, горит этот Киев. Становитесь, я вас фотографирую. Хорошее освещение, кстати. Да, обнимайтесь. Обнимайтесь. Прижмите бородача. Бородача прижмите. Давай я свет включу еще. Кого-то не хватает, Кшишек. Вперед, ложись, впереди. Потом пописаешь. Вот и дельфин с нами сегодня. Вот, блин. Хорошо, хоть не онлайн тут мы. Так, смотрите в камеру. А, Лобковый выключи, Саня. Все. Терминал. Слышишь, Крик? Крис, забери пружины, чтобы в следующий раз сосисками не мучаться. Забери пружины. Руслан, там твой товарищ мучиться не может поднять залупаза. А, идем. Залупазлик поднимать идем. Все. Дельфин. Что там получается? А где там крат? Спрятали. А? Спрятали под машину. Зачем он там спрятал? А что ты делаешь? Поднимаешь? А зачем? Колесо, цепь надо, там цепь запуталась, надо снять. А-а-а. Ты думаешь, чего я тебя спрашивал? Ну, у меня же есть, вон, ты же знаешь. Да? Хайджек, да, хороший. Можно. Ну, вообще мы руками поднимаем белые всегда. Да. Запросто. Руками вот так за крышу раз и поднимаем белые жигули. Когда на москвиче в селе развалилась коробка, надо было поменять в 5 утра. И что? Вчетвером взяли ее, на бачок перевернули на запаску. Запаску подложили. Тут запаски нету. Хорошо, хоть тот матрасик забрал я, вон, видишь, на крыше хороший. Хотели этот сжечь. Это можно привязать за шнурок и по танковой на матрасе. Да вообще на нем где хочешь можно ездить. И по танковой, и с горки. На санках можно. На санках. Ну, у тебя санки есть? Да. Ну так бери все еще раз санки. А они сломались, меня не выдержали. Так новые надо сварить у Сурового. А у него нет материала. Олег даст материал. Капот с мегалазом. Какой Олег? Снять и будут стоит. Санки. Точно даст? Что? Михалыч, помогай. Ну. Михалыч. Что вы делаете? Поднимаем. Чего? Уже почти поднялась. Так где люди? Бородач не будет вот поднимать. Четвером не поднял. Он же поднимает сейчас кузов. Сейчас пока поднимается кузов. Стоит. Он в рычах. Он в рычах. Ну если в рычах поднимался, то я вижу, что кузов поднимается. Ну я тоже вижу, что кузов. Колесо стоит на месте. Не, ну надо поднять, снять это.
Еще. Да вон возьми матрас, встань на матрас. Да не, ну матрас новый, ну, куда? Коленки, ну, так что, лучше коленки простудить или матрас? Матрас ты сжег, если бы мы не сожгли, можно было взять до сожжения. Тебе никто не мешал его взять. Так где он горел уже? Второй стоял. Я думал, вы его сожгли раньше, честно говоря, я уже увидел поздно. А что первое бросили, что горело? Еще, а, подушки? Подушки бросили. Да, уже почти, еще пару оборотов. А есть еще куда-то? Там как землю уходит. Там как землю. Слышишь? Да, шпильки на 10, это горячка, конечно. Ну хотя на патруле на 12, а тут легче же машина, по идее. Этот самый, у меня там есть пластина металлическая, можно под нее поставить. Да ну блин, это ж крутить сколько опять. Ну так не ты ж крутишь. Так а что, я о людях думаю, это ты только о себе. Нет, никогда в жизни. Чай, изолента, все. О, все, пошло. Ну и все, получилось или нет? Да. Потело уже года. Тихо, не трогай. Веталь, не нарушай конструкцию. Это не Нива, тут машина посерьезнее. Блин, чуть-чуть. Не хватает? Да сейчас немного, пару оборотов. Не дергай, чтобы не упала с домкрата. Где твоя машина? Там. Там? Что, да. Лебедку ее поднимет? Не поднимет. Ну, у тебя есть. Подожди, это? Назад. А колеса ж надо упереть, да, чтобы она не покатилась. Мы уже так пытались, она едет вниз просто. А давайте что-то под домкрат подложим. Подожди, надо под колесо положить, она едет. Держи. Давай в багажнике что-то свое под колесо подпилить. А меняй быстро это. Вперед толкайте, пацаны, вперед. Вперед толкните. Снимай цепь. Снимай цепь, Влад. Снимай цепь и ставляй колесо, пока держи. Это держат люди. Спасайте! Скорей! Давайте помогайте! Быстрее! Падает! Ай-яй-яй-яй! Как тяжело! Вот вы сейчас шутите? Не, серьезно, машина летит из домкрата. Машина одна падает из домкрата. Домкрат, смотреть. Ёптери. Толкай вперед! Да подожди! Вперед! Вперед толкайте вперед! Нет, не надо сейчас домкрата ее вперед столкнем. Ну чуть-чуть вперед. Чуть-чуть, чтобы выровнять, а машина наклонилась. Еще? Ты говори сколько. Еще чуть-чуть можно. Еще. Еще вперед чуть-чуть. Давай. Хорош, давай. Хорош. Хороший план. Что, надел? Не-не, цепь разматываем. Держите пока. Дельфин держит. Это тебе не дельфин доставать. Я сам держу. Из чехла дельфин, это тебе не дельфин из чехла доставать. Я это Нива, давайте Ниву подъедем, пускай она делает. И она дорогая, она нельзя ее. Что, размотал? Да хрен там все в болоте. Он сейчас колесо помоет. Влад, болото сгребай руками. Будет быстрее. Стой. А ну, отходи, подожди, Михалыч помоет. Да ничего не будет видно там все равно. Там грязь такая. Там что, колесо сняли или нет? Да. Колесо сняли, оно начало сняли, падать с домкрата. Да оставь руки помыть хоть. У меня еще вода есть, если надо. Что, вода еще? О, водой, оказывается, надо было полить. Смазать. Смазать. Что, баба, мамы, а теперь одевать колесо надо. А гайки есть? Так, держим. Гайки. Теперь вы будете поднимать. Да. Та сторона? Да. Чётенько одевается, да? Все, держите, молодцы. Не надо поднимать же. Дельфин руководил спасательной операцией. Возьми гайки в руку. Все гайки возьми в руку. Где гайки? Такие. Тебя главой МЧС поставим, когда наши придут к власти, понял? Посидите сюда, у кого вот блестит гайка, по-моему. Вот здесь вот подкрыт. Да нет, тут травой. Аня! Гайку с травой перепутал. Две гайки есть. Ай, подойди. Три или две. Подойди. А должно быть. Все? Мой руки. Зайти в багажник машины. С правой стороны бутылка с водой. Там ботла большая. По-моему, справа.
Смотри, как когда сожгли матрас, как разведнелось небо. Ага, вон полнолуние. Ну, температура ударила. Сюда вот светите, Сейчас я свет включу, подожди. Включил. Да не на матку. Там ребята. Дякую. Давай на руку. Держи, Аня, тоже не Рус, там вода, Аня. А где еще? Рус, а. Вода еще. Подожди, я выпью, он... я выпью потом. Да, хочет пить. Тихо, это на Рус. Нормально, с Руслан. Он съест тогда, если не питьевая. Ничего бы не трогает. Как в анекдоте, не поешь. А что вы держите? Все, пускайте машину. Не-не, пусть притянет. Ну, а руками бери. Он уже притянул. Пускайте не, одну машину. Да, не, притянул. Не, держите, а никого не... Стоит. А на колесе стоит, а не на домкрате. Пускай. Пускай стоит. Падает куда? Вон, она же буксует на месте. Видишь, какая надежная машина. Разварки видел, какие шикарные? Всего на 4 болтах. Все, отходи. На 3 вообще. На себя кто потянет машину, чтобы это забрать. Да нет, все нормально, домкрат надо же вытащить. Давай, 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 Катя, его еще чуть-чуть и домкрат упадет. Рус, достань домкрат, не стой. Курва. Давай, доставай домкрат. Все, достал. Давай сюда, вон ручку. Ручку возьми. Заводную ручку возьми. Это от двери. Это от двери. Давай, достань. На скорости попросту. Давай качи, Руслан, домкрат. Компрессия вообще хуйня. Чей домкрат? Ой. Бутылочка. Ну забирай это, давай. Стой. Давай. Все. Цепь спасли. Руслан, иди посмотри, как мыть надо. Домкрат? Ну. Криса или Патрулевский? Крис, доставай твой домкрат, помоем сразу. Так, в общем, друзья, все сожгли, теперь путь домой.